25 августа, 17 год, Харьков, скалодром. Жорка, ты по ДНК лезешь, да? Цепочка ДНК. Смотри, не повреди там никаких связей, а то пойдут мутации. Человек, который боится высоты, нормально? Но это, наверное, самое то место, где с такими фобиями бороться. Августа 17-го, Харьков. Боже, так нельзя! Нельзя! Скалодром. Французский бульвар. Ты так веришь? Августа 17-й год, Харьков. Скалодромчик. Ну, довольно высоченько. Давай, давай, сейчас догоним. Да, ну так себе, очень даже ничего способ отпраздновать вечерок.